Это Чакар, одна из старейших махалей Ташкента, где по сей день сохранились узкие улочки с глинобитными дувалами, небольшие дворики с вековыми деревьями и старыми виноградниками. Именно здесь, в самом конце 19 века, родился и вырос человек, которому было суждено прославить узбекскую национальную музыку на весь мир. Он поднял шашмаком на вершину Золотой горы, говорил о нем Дмитрий Шостакович. Тогда, на стыке веков, еще никто не знал, что последний, 16-й ребенок садовника Раджапата и простой узбекской женщины Уайшебиби станет великим музыкантом и ученым-энциклопедистом. Говорят, дерево выросло, а где лежат его корни? Способности Юнуса Раджаби с детства были необыкновенными. Раджапата и Уайшебиби, потеряв 10 детей, души не чаяли в своем младшем сыне. Он рос в атмосфере любви, почитания поэзии, музыки. Его мать наизусть читала суры из Корана, а отец был страстным меломаном. Когда еще был маленьким, еще Юнус Раджаби, вот к нам поселился андижанский певец и тамбурист, он очень хорошо пел классические народные песни. Раджаб Баба отдал ему часть земли своей. И они там с землей жили очень долгое время. Каждый вечер по этим вымощенным старыми узбекскими кирпичами, как их называли мусурмангыш, улочкам, Раджаб Ата и маленький Юнус спешили в знаменитую в то время на Чакаре чайхану Ильхама Самаварча. И знаменита она была не только манящим ароматом свежевыпеченных лепешек, а прежде всего тем, что там собирались знаменитые певцы и музыканты, как их почтительно называли в народе хафизы. Юнусу Раджаби было 12 лет, когда он впервые решился выступить перед известными музыкантами. Уже тогда он виртуозно играл на дутаре и тамбуре. По соседству с семьей Раджаби жил известный хафиз Мирзо Касым. Это он обучил мальчика игре на тамбуре. В тот вечер Юнус блестяще исполнил музыку к песням Мирзо Касыма. Это был первый шаг на тернистом, но блистательном пути музыканта. Хафизы приняли его в свой круг. Музыка навсегда стала главной страстью Юнуса Раджаби. Абсолютный слух, феноменальная музыкальная память, бархатный, чарующий тембр голоса быстро сделали Юнуса Раджаби популярным. Его учителями стали народные певцы, знаменитые хафизы Шарахим Шумаров и Мулла Туйчиташ Мухамедов. Услышав всего лишь раз сложную продолжительную мелодию, он запоминал ее и мог тут же в точности воспроизвести. Моцарт, например, одну симфонию мог сразу за один раз запомнить. И он тоже вот так. Целую мелодию он мог запомнить с начала до конца. Он делает как будто это очень легко, непринужденно. Как вот одним взмахом, понимаете, как будто бы Моцарт. Если ты стал знаменитым, тебе не остается ничего другого, как стать еще более знаменитым. Ко времени, когда здесь, в Ташкенте, в 1919 году открылась первая народная консерватория, Юнус Раджаби был уже сложившимся музыкантом и певцом. И все же он решил поступать в консерваторию. Окружающие его отговаривали, говорили, зачем тебе это надо, ты уже известный музыкант. Но чутье большого художника подсказало ему, что он должен получить высшее музыкальное образование, и он стал студентом. На протяжении 4 лет он совершенствовал, шлифовал свою игру на дутаре и нае, досконально изучал шашмаком. И вот эта любовь к народной музыке привела к тому, что он начал собирать наши
классические песни, народные песни. И особенно вот наши узбекские макомы, он собрал их по всему Узбекистану от великих исполнителей, вот знатоков маком, Хаджи Абдул-Азиз, еще Домнахалым Ибадов, Ата Гыяс Абдыганы, Ата Джалал. Вот такие были мастера исполнения. Прямой продолжатель дела своего отца, почетный доктор научно-исследовательского института искусствознания Академии наук Узбекистана, народный хафиз Хасан Раджаби, рассказывает, что его отец записывал десятки вариантов одного и того же макома. Он смог воссоздать действительное, подлинное звучание макомов, передававшихся на протяжении веков из уст в уста, от устозов к ученикам, от музыканта к музыканту, тем самым проложив мост от древности до нашего времени. Что такое маком? Дословно переводится как местонахождение, остановка, стоянка. Но за этими словами другой, более глубокий смысл. С древнейших времен это была дворцовая музыка с незыблемыми традициями, которые исполнялись с завидным постоянством. Поэтому шашмаком имеет 6 монументальных частей. Сарахбора бузруки, сарахбора рост, сарахбора наво, дугох, сейгох и рок. Юнус Раджаби изучил их в совершенстве и сделал их популярными в народе. Это стало делом всей его жизни. Он был нашим великим устазом, учителем, человеком, который открыл миру маком и стал академиком музыки. Он обогатил весь наш маком и совсем другое исполнение сделал. Он вводил свои тарана, маленькие части, большие части макома, которых он хотел бы, чтобы они там были. Он сам это все сочинял. Он был прекрасным и композитором. Я по ночам много раз вставал и вижу, что у него в комнате свет горит. И что-то он заунывный, как вот песню поет, и с дутаром аккомпанирует, и ноты пишет. В 5 томах узбекской народной музыки и 6 томах шашмакома Юнус Раджаби собрал, систематизировал и переложил на ноты более 1500 пленительных мелодий и песен шашмакома. Он писал эти книги в самые сложные, трудные 30-40-е годы. В 51-м году, в начале 50-х годов, было гонение, был запрет на макома. Макомы объявили дворцовой культурой, феодальной культурой, плаксивой культурой. И, в общем, там уже было много очень придумано. Но слава богу, что вот оттепель и в 59-м году создали макомный ансамбль. Готовясь к этому событию, Юнус Раджаби не раз посещал мастерскую известного мастера музыкальных инструментов Уста Усмана Зуфарова. Его называли «узбекским Страдивари». Юнус Раджаби лично отбирал тамбуры, дутары, рубабы и дойры для музыкантов своего ансамбля. Он как никто разбирался в тонкостях этих инструментов, которые были способны выразить все мелизмы и нюансы макома. В первый официальный ансамбль вошли лишь 5 певцов и столько же музыкантов. Диапазон макома требовал от певцов голоса 2, а иногда и 3 октав. А таких уникальных исполнителей были единицы. Когда меня пригласили в ансамбль макомистов, я уже была солисткой филармонии. Меня перевели на радио, и мы впервые стали записывать макомы. Нас было 2 женщин, Берта Давыдова и я. Затем в наш ансамбль вошли Ортходжа Имам Худжаев, Ораб Аль-Махсумов. Нашим музыкальным руководителем был известный композитор Фахриддин Садыков. К сожалению, теперь из того первого состава осталась лишь я одна. Юнус Раджаби решает записать маком в хоровом исполнении. В ансамбль приходят новые, выдающиеся певцы и музыканты.
Вот так же, как в юности ему везло на наставников и учителей, ему везло и на учеников. Рядом с Бертой Давыдовой, обладающей сильным и вместе с тем чарующим голосом, который на протяжении десятилетий была гордостью ансамбля макамистов, работает непревзойденный мастер игры на тамбуре и дутаре Тургун Алиматов. Эти редкие кадры хроники сохранили нам уникальную технику игры музыканта, его неповторимый стиль. Трудно перечислить всех учеников устоза Юнуса Раджаби. Их было более 300. И, конечно, большим событием для них стал первый выпуск грампластинок с записями Шашмакома. Не скажу, что это было просто. Записи велись ночью, когда трамваи переставали стучать, с 12 до 5:30 утра. А утром, когда мы уходили со студии, транспорт еще не ходил. Приходилось уезжать домой в кабинах поливальных машин. Но мы были счастливы. Мы жили искусством и музыкой. По технике того времени записать на пластинку, понимаете, весь маком от начала и до конца, это все равно, что в космос полететь. Это очень сложно, потому что не было такой аппаратуры, которая сейчас компьютер все может склеить, все может откорректировать, понимаете. Тогда же все делали на слух. Одна ошибка, все, это дубль надо, заново делать нужно. И они записали весь маком. Это фантастический труд. Сложность в том, что, во-первых, вот они очень сложные произведения, конечно, и многочастные они. И вот эти мелодии, они не 5 минут или 3 минуты так исполнять, а могут 10-15 минут. Продолжительность тоже. И такая широкая форма песен. Со земным шар посветикян, да алам баб кюльгай, денгизлар дарьялар хата. Эти песни называет Кяташуля. Вы и задумывались, почему хафизы в прежние времена держали тарелку у уха или палец на перепонке? Они брали такие высокие ноты, что могли лопнуть сосуды и поднималось давление. Овладеть такой техникой пения – это надо быть певцом от Бога. Рассказывают, что как-то перед репетицией артисты поспорили, вернее, затеяли перебранку и не заметили, как в зал вошел Юнус Раджаби. Он молча слушал, а затем сказал: «Гениальный человек был Попов, изобрел радио». Воцарилась тишина, артисты в недоумении повернулись к нему. Тогда Стас продолжил: «Когда надоест слушать, всегда можно выключить звук». Артисты расхохотались и продолжили репетицию. В этот же день радиокомитет, где работали артисты, посетил приехавший в Ташкент Дмитрий Шостакович. Он был более часа на репетиции. Ансамбль макамистов работал с таким вдохновением, что он, не сдерживая эмоций, со слезами на глазах расцеловал Юнуса Раджаби. «Бесподобная музыка!» – воскликнул Дмитрий Шостакович и попросил кассету с записями макомов. Ну, невозможно было его не любить. Вот любой человек в макомном ансамбле, а там люди разные,
разные, у разных разные амбиции. Все говорят, что он ему как отец. Он, конечно, был мудрый. Все, не все можно было говорить правильно, никогда, ни в какое время нельзя все говорить. Но он все фильтровал, он понимал. Ну, одним словом, это какой-то такой камел инсан, совершенный человек. Конечно, человек не может быть абсолютно совершенным. Совершенству нет предела. Но он, вот насколько может быть человек совершенный, вот он настолько был совершенным. Он действительно был нам как отец. Он все чувствовал, кто в каком настроении, и всегда старался помочь. Мы всем ансамблем во время перерывов часто вместе обедали. Во время обеда он подходил к каждому из нас. У него всегда в салфетке были припасены сушеные душистые специи, райхан, черный перец. Он понемногу подсыпал нам в обед и говорил, что так будет вкуснее, и что это полезно для голоса. Еще он прекрасно рисовал шаржи. Он был остроумным и веселым человеком. Поистине говорят, талантливый человек талантлив во всем. Известен случай, когда Юнус Раджаби в прямом радиоэфире блестяще сымитировал голос своего учителя Мулятуйче Ташмухамедова. Прославленный хафиз опаздывал на заявленный радиоконцерт. Феноменальное музыкальное дарование Юнуса Раджаби позволило ему так исполнить в прямом эфире песню «Кораки узэм», что его учитель с трудом поверил, что в эфире звучит не его собственный голос. В середине исполнения Мулятуйче вошел в студию и допел песню. И никто не заметил, что эти два человека спели одну песню. Юзи да терны курум у самей рафик мени. Если вникнуть в тексты макомов, они пробуждают сильные чувства. Юнус Раджаби вдохнул второе дыхание, возродив для новой жизни в музыке газели поэтов-классиков Алишер Наваи и Бабура, Хафиза и Лютфи, Физули и Фурката. Как он в поэзии разбирался, замечательно. Это не просто так взять, там, заменить там, какие-то стихи старые на новые. Нет, это надо прочувствовать. А вот здесь надо вот синхронно сделать, чтобы это именно слог совпадал, слова. Это гигантский труд. Но он остается как бы за бортом. Это подводная часть айсберга. Слушатель, когда слушает, он никогда не думает, как он слова вложил туда, какие интонации он обработал. Он только наслаждается, есть готовый результат искусства. А за этим какой труд кропотливый. Qaçan ten bolur iş içrə cəhanda Məcnun ilə pərhat Mən birlə qaçan ten bolur iş içrə cəhanda Məcnun ilə pərhat Устоз говорил мне, я сделал все, что мог. Со сменой эпох столько мелодистов, музыкантов и певцов вносили свой вклад в развитие макомов, и мы не должны останавливаться. Он так образно сравнивал маком с лицом женщины, которая преображается, если покрасить брови и глаза усьмой и сюльмой. Он очень переживал и хотел, чтобы шашмаком знала и любила молодежь. Юнус Раджаби был убежден, что мы должны сделать маком понятным и для молодого поколения. Вот послушайте, как может звучать один и тот же отрывок. Или вот так. В 70-е годы в наш ансамбль пришли молодые, талантливые музыканты и певцы. Юнус Раджаби очень любил молодежь. Он был убежден, что братья Вахабовы, Абдухашим Исмаилов продолжат его дело. Они были его любимыми учениками. Устаз мечтал, чтобы все записи шашмакома были переведены на стереозвучание. Он просил их об этом. Сегодня все 6 частей шашмакома переведены в стереозвучание. Мы сделали это.
Выдающийся музыкант Абдухашим Исмаилов вот уже 30 лет руководит ансамблем макамистов. За это время они стали обладателями золотого диска за исполнение 1000 узбекских классических песен. Завоевали гран-при на фестивале макома в Алжире, в котором принимали участие музыканты практически со всего мусульманского мира. Это был уникальный случай, когда в Алжире жюри при конкурсном показе настояло на том, чтобы мы выступили на бис. Макон звучит более 30 часов. В сегодняшнем ансамбле 36 музыкантов и певцов. Низкие ноты, как правило, берут мужчины, а самые высокие поют женщины. Так было всегда. Но, несмотря на это, их умение петь в унисон достойно восхищения. У нас маком еще живая традиция. Слава Богу, еще живет. Живет, слава Богу, но она не будет жить вечно. Всегда искусство – это есть дитя потребности. Ихтиоч фарзанды. Великолепно сказал Абдулла Арипов. Вот макомы в этом отношении – это явление уникальнейшее. Я многому учился у своих коллег, больше у моих учителей, но больше всего у моих учеников, говорил академик Юнус Раджаби. И сегодня его дело продолжают его ученики, сыновья, внуки и правнуки. Один из его 12 детей стал выдающимся узбекским актером, создавшим на сцене и в кино сотни талантливых образов. Помню, в последние годы его жизни я как-то зашел проведать его. Отец сидел в этой комнате. Это тогда была кухня. Он всегда прекрасно готовил. В тот день отец не очень хорошо себя чувствовал и сказал мне: «Абитвой, мне кажется, дни мои сочтены». Я испугался, но вида не подал. Говорю ему: «Отец, что вы говорите? Вы ведь сын Айша Биби, а она жила 103 года. И вы проживете столько же». Он так обрадовался, обнял меня, и мы долго с ним говорили. Отец так любил жизнь и дело, которым он занимался. Песни Юнуса Раджаби звучат сегодня из уст его сына, народного хафиза Узбекистана Хасана Раджаби. Это благодаря его усилиям в доме, где жил последние 20 лет, его гениальный отец, открыт мемориальный музей. Здесь почти физически ощущаешь присутствие великого музыканта. По стопам устаза пошли и внуки, и правнуки. Юнус Раджаби-младший родился в столетии своего прославленного прадеда. Он также в свои 12 лет виртуозно играет на тамбуре. Наш прадедушка был великим узбекским композитором-академиком. Он писал очень много узбекских народных песен. Вот мой дедушка Хасан Раджаби поет эти все песни. Музыкант должен быть, во-первых, человеком большой души. Всю жизнь он трудился, он без труда не мог.
Он и при жизни был очень счастливым человеком. Мы относились к нему как к пророку. Kuzum kara osge nadun kemi vatan kildi yüzün gülüyle kendim rev zesi Пусть все идет своим чередом, ибо для всего, что существует в нашей жизни, есть свой путь. А теперь забудьте все то, о чем мы рассказали вам в нашей сегодняшней программе, и просто возьмите маком и послушайте. Я уверена, вы получите истинное наслаждение. Великая музыка, незабываемые голоса. Согласитесь, ведь это был настоящий звездопад. Но, слава Богу, в нашей стране есть еще истинные звезды, и мы расскажем вам о них в наших следующих программах. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Nidin nabavlev Idin